Всем привет! Круизные лайнеры – это не просто средство передвижения, которое доставляет вас с одного места в другое. Это суда, сочетающие в себе большое количество разнообразных объектов, которые помогают расслабиться в пути. Бары, спортивные залы, бассейны, шикарные номера, рестораны, дискотеки – и это еще не все, что ожидает отдыхающих на борту корабля. Сегодня мы покажем вам 10 самых роскошных круизных лайнеров в мире. Поехали! Crystal Serenity. Crystal Serenity – один из ветеранов морского дела. Корабль, который сегодня уже не может удивить ни 9 пассажирскими палубами, ни длиной в 250 метров, еще в июле 2003 года, когда только был официально явлен миру, наделал немало шума. Лайнер класса люкс пережил несколько реноваций, последняя из которых состоялась в 2013 году. Управляющая компания заверяет, что только на редизайн было потрачено 17 миллионов долларов. А в целом, начиная с 2011 года, в обновление корабля было вложено не менее 120 миллионов долларов. Сегодня 1080 пассажиров равномерно распределяются по 535 каютам. Для отдыха дорогих гостей на Crystal Serenity есть практически все необходимое. 2 открытых бассейна, 2 джакузи, спа-центр, фитнес-центр, 2 теннисных корта, настольный теннис, площадка для гольфа и прочее. Разнообразить морские будни призваны концертный зал, казино, галерея бутиков, клубы, кабаре и бары. Queen Mary 2. Потрясающе красивый лайнер Queen Mary 2 был построен еще в 2004 году. Кажущийся солидным возраст не лишает судна шарма и по сей день, ведь тогда, 13 лет назад, он значительно опередил время и в течение 5 лет после спуска на воду даже считался самым большим пассажирским судном в мире. В этом году лайнер реновировали, вложив в его новый облик 117 миллионов долларов. После тщательной работы дизайнеров и не менее последовательных действий исполнителей Queen Mary 2 приписали звание одного из самых стильных круизных кораблей. 12 пассажирских палуб и 1296 кают способны разместить чуть более 3000 пассажиров. Обслуживать, развлекать и прибираться за этими людьми будет еще 1253 члена экипажа. Британия. 14 мая 2015 года в свой первый в жизни круиз отправился новенький лайнер с говорящим названием «Британия». За 2 месяца до этого корабль был торжественно спущен на воду, а благословляла его сама королева Елизавета II. Корабль, ставший всего 5-м в мире среди судов, удостоенных чести быть крещенными, действующей британской королевой, обошелся управляющей компанией почти в 2 миллиарда долларов. Он способен принять 3600 пассажиров, а также расположить 1500 человек команды. Масштабы патриотичного корабля приятно удивляют. 15 пассажирских палуб, 3 атриума, театр почти на 1000 посадочных мест и 4 бассейна. Что примечательно, лайнер стал своеобразным музеем. Здесь разместилась многомиллионная коллекция произведений искусства. Толпы туристов размещают в каютах разной степени комфорта. Всего же на корабле насчитывается порядка 2000 номеров. Carnival Vista. Carnival Vista – корабль не только очень свежий, дебютировал в мае 2016 года, но и продуманный до мелочей. Прекрасно понимая, что круизы становятся все более популярными среди молодых пар и семей с детьми, управляющая компания решила снабдить своего гиганта отличным аквапарком. Вода на воде не может не удивлять. Разноцветные горки, отдельные из которых весьма экстремальны, сразу же полюбились гостям, которых на корабле одновременно может пребывать 3936. Уже побывавшие на лайнере люди уверяют, что даже за 10 дней невозможно поучаствовать во всех активностях и посетить все красивости, если, конечно, высаживаться на берег и наслаждаться экскурсиями. Carnival Vista также стал первым в мире кораблем, имеющим на своем борту IMAX кинотеатр. Quantum of the Seas. Огромный лайнер с красивым и романтичным названием появился на свет осенью 2014 года. Его ценность заключается не только во впечатляющих масштабах – длина 348 метров, а ширина 41, но и в безусловной технологичности. Осознавая, что жизнь в каютах без окон не так весела, как могла быть, создатели корабля позаботились о том, чтобы во всех внутренних номерах были пусть и виртуальные, но балконы, представляющие собой 80-дюймовые экраны, на которые проецируется картинка всего происходящего за бортом. Отдых также постарались максимально разнообразить. Бассейны с искусственными волнами, симулятор прыжков с парашютом, воздушные капсулы и даже робот-бармен, который не откажется приготовить практически любой напиток и выслушать не одну жизненную историю. Более того, Quantum of the Seas имеет самую высокую скорость интернета на борту среди всех конкурентов. В общей сложности на корабле насчитывается 2090 кают, способных расселить до 4905 пассажиров. Norwegian Escape.
Появление лайнера такого рода с нетерпением ждали те, кто предпочитает проводить отпуск с родными. Большой, безопасный и начиненный развлечениями для детей разного возраста Norwegian Escape сразу пришелся по вкусу заботливым родителям и очень быстро попал в топ-5 кораблей, наиболее пригодных для семейного отдыха. На водных просторах лайнер еще новичок. Первый рейс был осуществлен менее года назад. Корабль, имеющий длину в 324 метра, способен разместить на борту население небольшого города или нескольких агрогородков вместе взятых. 5218 пассажиров плюс еще 1750 членов экипажа. На корабле постарались максимально разнообразить спа-зону. Ароматическая соляная комната, термальный бассейн и снежная комната. Также здесь можно найти крутой аквапарк и веревочный парк. Disney Dream. Круизное судно принадлежит компании Disney's Cruise Line, дочерней компании Walt Disney Company. Первый круиз на этом лайнере состоялся в 2011 году, и в настоящее время осуществляются регулярные круизы на Багамы. Судно в общей сложности располагает 1250 каютами, в которых могут разместиться 4000 гостей и 1458 членов экипажа. На судне предусмотрены всевозможные виды развлечений. Более того, это первый круизный лайнер, на котором есть американские горки под названием «Аквадак». Для детей и подростков на судне предусмотрено множество различных развлечений, а ночные клубы и салоны порадуют взрослых. Oasis of the Seas. Второй по величине круизный корабль в 5 раз больше «Титаника» принадлежит компании Royal Caribbean International. Созданный в 2009 году, красавец-корабль стал первым в мире судном, уместившим на своем борту свыше 6 тысяч человек. Речь идет только о пассажирах. Длина морского гиганта 360 метров, а ширина 66. Всю армию посетителей команда корабля, а это более 2000 человек, умудряется не только распределить по 2706 каютам, но и вовремя накормить, напоить, а также развлечь. Мини-гольф, зип-лайн, площадки для волейбола и баскетбола, караоке и 2 скалодрома – это лишь начало. Когда более-менее привычные виды развлечений опробованы, можно перейти на ледовый каток, в боулинг, в театр или даже в казино. Также пассажиры могут отдохнуть в тени самых настоящих деревьев, так как на судне был высажен мини-парк, который сохранился даже после реновации, проведенной в 2014 году. Allure of the Seas. Формально Allure of the Seas можно считать братом-близнецом Oasis of the Seas. Его длина лишь на 50 мм превосходит габариты появившегося на год ранее лайнера. В остальном же к услугам отдыхающих те же 15 пассажирских палуб. 2706 каюты и 2500 членов команды. Город на воде предлагает ставший уже стандартным для хороших круизных компаний список развлечений. Рестораны, кафе, скалодром, боулинг, зип-лайн, баскетбольная площадка, фитнес и тренажерные залы, бассейны, изысканный спа-комплекс, мини-гольф и многое другое. Harmony of the Seas. Лайнер Harmony of the Seas превзошел ожидания даже самых присыщенных отдыхом богачей. Корабль введен в эксплуатацию весной 2016 года и является безоговорочным победителем в номинации «Самый большой круизный лайнер». Его длина составляет 362 метра. На основательной платформе держится 18 палуб, 15 из которых отведены пассажирам. Количество кают удалось довести до 2747, причем делятся они на 16 типов. От скромных одноместных площадью всего 9 квадратов до двухэтажного Royal Loft Suite площадью 142 квадратных метра. Стандартные способы времяпрепровождения разбавили 3 экстремальными водными горками и 2 сухими. Их высота равняется высоте 10-этажного дома, а спуск осуществляется на войлочных матрасах. В общей сложности лайнер способен принять 6500 пассажиров. На этом все, друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, какой из этих лайнеров вам понравился больше всего. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски.